Это сегодня Иван Гирёв, знаменитый во всем мире пловец, серебряный призер Олимпийских игр в Токио. А в детстве, когда только стал заниматься плаванием, бассейн для молодого человека был не более чем увлечением. Будущий профессиональный спортсмен свой путь начинал в маленьком городке под Ярославлем. Первый тренер заметил способности мальчика, с тех пор все и изменилось. По техническим причинам тренер не смог больше тренировать нашу группу основной, и он передал, скажем, способных ребят в Ярославль тоже к знакомому тренеру. И вот, то есть первые разы поездил, и это сколько, наверное, кендров 50. Ну, то есть часа, час-полтора туда и обратно на тренировку. И вот первые, наверное, разы мне казалось, что я так не смогу, и зачем мне все это нужно. Вот. А потом втянулся и даже переехал туда, в Ярославль. Воля к победе у Ивана была всегда. Работа над собой и упорные тренировки дали свои плоды. Показывая хорошие результаты на соревнованиях, волею судеб молодой пловец попал к заслуженному тренеру России Андрею Шишину. Тогда мастер спорта готовил группу к чемпионату мира и Олимпийским играм. Иван стал частью команды оздоровительного центра «Дельфин». Это было совершенно новое вообще восприятие тренировочного процесса и спортивной жизни, когда ты понимаешь, что с тобой человек, который едет на Олимпийские игры. И это очень сильно воодушевило меня продолжать спортивную карьеру и еще выше стремиться к высоким целям. За достаточно продолжительный профессиональный путь на счету Ивана уже много побед. Самое яркое – серебро на Олимпийских играх 2020-го с рекордом России. Сам спортсмен эти годы оценивает как непростые, но продуктивные. Во многом это заслуга директора центра «Дельфин» и личного наставника Гульнары Романадзе. Гульнара Джамаловна, это отдельно можно написать интервью про ее заслуги, поддержку нашу и вообще то, как она нам помогала на всем этом пути. Это неоценимый труд, который я даже, ну, так, коротко описать не смогу. Это человек, который вот 50% нашего успеха, вот это Гульнара Джамаловна. Сегодня тренировки занимают 80% свободного времени. Останавливаться на достигнутом Иван не намерен. Заветная мечта видновского спортсмена – олимпийское золото. А пока показывает высшие результаты на отечественных соревнованиях. На днях Иван Гирёв вернулся с третьего этапа Кубка России по плаванию. Взял сразу две золотые медали. Финал Кубка пройдет в конце июля. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.